завтра в утреннем эспрессо. Увидим новый арт-объект, который появился в Барановичах в преддверии Дня города. В рубрике «Люди о людях» разберемся, что делать, если человек постоянно врет. Узнаем, чем полезны чернила каракатицы и как их правильно употреблять. Об этом и не только смотрите завтра в утреннем эфире телеканала «Беларусь-4 Брест».